Красноярске открылся необычный рынок. В течение нескольких месяцев в микрорайоне Северный строили деревянные павильоны. И теперь в них расположились сельхозпроизводители Шарыповского района. Вот здесь свежая курочка, субпродукты, колбасы и сосиски. Рядом рыбка из собственного рыбхозяйства. Радужная форель, карпы, осетр, толстолобик, то есть те виды, которые живут в пресной воде. И, конечно же, мясо. На открытие приехали представители краевой власти и администрации Шарыповского района. Они отметили, такой рынок только первая ласточка. Подобная форма работы обязательно должна получить развитие. Это действительно некий такой флажок, некая вешка, ориентир, на который должны сейчас смотреть и пытаться то же самое сделать другие муниципалитеты с теми сельхозтоваропроизводителями, которые могут достойно конкурировать как с Шарыповским районом, так и с другими производителями. Мы сегодня должны прежде всего наполнить товарами эту площадку. Если нам дадут еще площадку для такой же темы, мы готовы ее осваивать. И наши предприниматели готовы еще, которые остались у нас Шарыпова, готовы осваивать такие площадки в городе Красноярске. Ирина Газарян работает в большом семейном хозяйстве. Держит 46 дойных коров, молодняк, баранов и кроликов. Рассказывает, чтобы сделать такую головку брынзы, нужно около 100 литров молока. Сегодня в Красноярск они привезли также творог, яйца и мясо. Говядина и свинина еще остались, а вот баранину расхватали в первые пару часов. Мы даже не ожидали, что будет у нас, как бы вот мы только начинаем работать. Сейчас мы изучим спрос покупателя, в каком количестве нам надо будет мясо доставить сюда в город. Но стараемся, чтобы теперь население кормило город, все свеженькое было, продукция, покупатели, чтобы наши были довольны. Посетители радуют и свежая продукция, и то, что теперь покупки можно делать в более комфортных условиях. Накануне зимы это особенно актуально. Конечно, комфортнее, безусловно, потому что раньше это был просто ларек, сейчас это подобие магазина. Очень хорошо, цены хорошие. Мне понравился вот этот павильон, где рыбка. В общем, я посмотрела, что там цены какие приемлемые. Я вообще очень люблю рыбу, люблю рыбные котлеты, люблю рыбные пельмени. А рядом с павильонами крытые торговые ряды. Здесь тоже сельхозтоваропроизводители со всего края предлагают купить то, что они вырастили, собрали и переработали. Кстати, подобный крытый рынок скоро появится в городе Бородино. А в Красноярске получить подобные площадки изъявили желание аграрии из Канского и Минусинского районов. Анна Московских, Павел Потылицын.